оправдывают ее тем, что на Западе тоже люди выходят на пенсию там не в 55 и не в 60 лет, а позже. Но там, на Западе, у пенсионеров совершенно другая жизнь, совершенно другой размер пенсии. Вот, они защищены точно так же, как все остальные люди. Это не реформа, это произвольное повышение возраста мужчинам на 5 лет пенсионного, а женщин на 8. Причем женщины обошлись предельно цинично. Сразу 8 лет. Никого не спросили, ни с кем не советовали. Показываем людям, что выходить на улицу не страшно, это делать необходимо, и мы надеемся, что вот следующее поколение